Раф, я должен раскаяться в том, что я не сделал то, что я мог сделать для своей десятки из-за своей природы. И как мы можем отнестись к тому, что нет никого, кроме него? Ты должен проверить, что сейчас, то, что было, было. Что сейчас? Ты чувствуешь, что мешает тебе прийти к раскрытию Творца, потому что этим ты доставляешь ему наслаждение. Написано, Творец желает вселиться в нижних. И это то, что мы должны сделать. Дать ему место раскрыться. Этим мы доставляем ему наслаждение, ничем иным. Есть в этом различные предварительные действия, подготовка, но в конечном счете то, что нам нужно сделать, это из объединения между нами. Мы строим место для его раскрытия, и он благодаря этому наслаждается. Так тебе не нужно думать о прошлом. То, что было, было. То, что происходит сегодня, за это ты должен дать расчет, чего не хватает мне, чтобы раскрыть Творца. Понятно, что это связь между товарищами прежде всего. Чего не хватает в моей связи с товарищами, чтобы раскрыть Творца. Что я могу еще добавить в связь с товарищами? Чтобы форма нашей связи была готова для раскрытия Творца. Прежде всего, хиссарон, потребность в раскрытии Творца. Когда я раскрываю, это зависит от того, насколько я думаю, что он должен раскрыться, что этого мне не хватает. И насколько я стараюсь уподобиться Творцу, чтобы он мог раскрыться в мере совпадения по форме. Поэтому я должен позаботиться о двух параметрах, о двух данных состояниях. Состояние отсутствия Творца и насколько может представить себе состояние, когда он подходит для раскрытия Творца.